Еще с начала года с бытовой организации перестали платить за свет около 300 образовательных учреждений. В причине сейчас разбирается правительство Хакасии. Известно, что сейчас коммунальные услуги школ должны оплачивать власти на местах. Администрации муниципалитетов переложили эту обязанность на директоров школ и детских садов. А вот здесь ситуация зашла в тупик, сообщает Хакасэнергосбыт, так как школы не ведут коммерческую деятельность и не могут платить по счетам. Чтобы вернуть свои деньги, энергетики решились отключить рубильник. Мы не отключим полностью это раз. Мы будем отключать помещения, какие-то еще здания, где учебный процесс не будет нарушен в целом.